cried for love. We're superheroes. We are back where we belong. Fire is inside, waiting for you with a device to convert the internal junction boxes into makeshift EMPs. Эти аллигаторы? That's... Нас... Мы сейчас будем бить аллигатор. О, Fire! Здравствуйте. How nice to see you again. Кошмарная моделька. Да вообще. Жутко. Here's Batman's device. Use it on the junction. Ну говори ты побыстрее. Need a moment? Tell me when you're ready. Да ё-моё. Как можно так тянуть речь? Теперь чё? Ты с ней говори. Чё у тебя с микрофоном? Что-то такой роботский голос был. Не знаю, ты чё? Ломать бочки. Не ломай их, оставь на этих. Он кинь мне его. Опять у тебя роботский голос. Тебе кажется? Нет. Я, блин, слышу, потом запись послушаешь. Вот мне вот кажется, я вот слышу прямой голос, мне кажется. Ну да. Да не может такого быть. У меня никогда такого не было. Ну вот нифига тебе непонятно просто. Настолько вот такой вот роботский голос. А чё она упала? Чё с ней? Да пофиг. Чё ты? Чё она упала, да я не пойму, где чё? Бастанты! The Omax are blocking all my attacks! They're too strong! Чё это за хрен? I have to turn back! It's all up to you, querida! Чё это? Блин, ну конечно интернет, а? Ясно. Я уже испугался сейчас, мой микрофон сломался. Нет, мне интернет врубил. Сломать бочки! Изучать историю, ой. Ой, какие-то они здесь были. А ты что, из игры не вылетел даже? Нет. Так, это краткое такое просто интернет. У меня держатель от кабеля сломался, и мне иногда, если я ногой задеваю, иногда отворот. Жуть. Да вообще. А что там сломать надо, не пойму. Вот эту... Во, все уже. Ты взял историю? Да. Что это? Аллигатор! Аллигатор! Ты куда бежишь-то? От аллигатора. Он съел мою турель. Какой всеядный аллигатор. Да вообще. Мы убили аллигатора. О. Боже мой, нет. Конец начала? Или как это переводится? End of the beginning. Начало конца? Что это за треск был? Конец впереди. Дроны у него что-то там. Короче, дроны прокидывают сигнал. Я думаю, это и так было понятно. Я не понимаю, зачем мы это делаем. Просто так. Ломаем, ломаем все, что плохо лежит. Великие ломаторы. Гранатка его на. Интересно, есть. Кто тут будет главным? Большой железный глаз. Че это за стан? Ой-ой-ой, кто это, Амаки? На. Ой, гранатки! Взрывы! Восстанови энергию. Джонни, высосали. Ой, еще остался. Где-то дальше идем? Где-то еще один живой. Не. На карту посмотри. Может быть, уже не живой. Идем дальше, вон там история уже светится. Я не вижу, куда ты ушел. Ой-ой-ой, быстрее, тут закрывается все. Что это было? Кошмар. Кошмар. Пока-кашники, я беру историю, пока ты там воюешь.
Data 1226. Теперь сам войдя за историей. Интересно. От чего у меня был робовский голос такой? Да из-за того, что у меня интернет. Ага, возьмешь ты историю. Я взял. Ах ты. Я успел. Пульк. Оп, кто тут у нас? Эта стена взорвалась. Братья роботы или кто это? А, это маг. Шарики! Зачем? Опять я им урон почти не наношу. Наверное, все готово. Да что им наносить-то, они уже сдохли. Ну, в смысле, это, вернулись к своему нормальному состоянию. Наверх, как бы мне забраться наверх? На чёрта вверх, я не могу, я как бешеный. А, опять все уж прожали. Иди сюда, вдвоем зайти надо. Я уж зашел. Ну зайди полностью. Крылья свои прищемишь. Я же сказал большой железный глаз. Откуда ты знал? Да, догадался когда. Потому что тут везде глаза были? Да, верно. Ладно, теперь я пойду за историю, а ты... Смешно. Ну, всю историю собрал. Где история? Где история? А, вон история. Ачивка! Поэтому турель неугомонная, все мочит через стены. Бум. Бум. Че, мы всех убили? Ну и что дальше? Понятия. А, нам дальше идти, что ли, надо? Надо что-то с глазом сделать. Здорово, глаз, как дела? Ты че? Я думал, его убить надо. Бочкой? Да. Не думаю. Че, очередной глюк? Нет. Тогда что мы пропустили? Не знаю. Дверь обратно закрыта, дверь дальше закрыта. Ничего мы не пропустили. Оп! Опа! Че ты сделал? Ничего, взял бочку в руки. Я же тебе сказал. Я к щиту подошел к какому-то. Я вот что-то активирую. Да. Дадут. Бей их, блин, тут столько этих, ты тут активируешь что-то. Не знаю, может они взорвутся, если я это активирую. Еще больше их вызвал. Я захотел сделать только лучше. Меня там все тут бьют. Я пока разрушу эти генераторы. Бей мобов! У тебя энергия полностью, моя роль выполнена. Че ты? Да у тебя еще и руки есть, чтобы бить. Ну ладно. А у тебя турель есть. Но она что-то не очень помогает. Скипчу. Что ж дальше? Во, вот это надо. Боже мой! Пять чертовы глаза. Ау! Отбросили. Я убегаю. Пока. Так, еще два надо. Ай! Что это? Что это? Ты зачем на мины наступаешь? Ай! Ай! Что это? Ай! Какие-то мины, это просто пол светящийся. Пол светящийся, ну да. Боже, сколько их тут! Газ вонючка. Фига себе, сколько мне тут питало в меня. Походу я его убил. Бом. Так взорвался. Я же там подавился слезой. Так пафосно взорвался, я просто не могу вообще. Вау. Амаг Дельта. Дельта? Что-то мне это уже напоминает. Был похожий. Амаг Дельта, Гамма, Зета. Зона 51? Да, там те же самые. Не амаки были, а там кто-то другие. Став какой-то. Щунг-щунг-щунг-щунг-щунг. Да блин, бей его, не вещи выбирай. Нашел время. Тебе жалко, что ли? У меня энергии нету.
Вот теперь есть. У меня тоже. Я тебе только что перекачал все, что было. А ты ее уже всю съел. Без способности по полной энергии сносить. Зато не очень насытный. Мощный, по 250 урона. Бам! 201. Яха-ха. Бутылка рома. Блин. Я думал, я случайно свернул игру. I have assimilated millions of civilizations for their knowledge. Planets like Krypton. Pew-pew-pew. An advanced society, rich in data. Once the samples are taken, of course, there is no further need for what remains. It is expendable. Inevitably, the same fate awaits the planet Earth. A primitive little orb. The Earth continues to defy me. Heroes and villains alike stand against me. Its champions smash my minions and crush my allies. But this is of little concern. But now it ends. For now I, in turn, will take their own deadliest technology and use it against them. For no technology can withstand Brainiac. Та-та-та-там. Страх и трепет. Шок и трепет. Ух, сейчас забоишься. Да. Ладно, выключай запись. Ты чё? Ты посмотри на карту. Ну, стандартная ситуация, чё мы это уже сейчас, буквально секунд 10 назад видели. Nightwing. Блин, я испугался. Бэйн, Бэйн. О, нет, только не Бэйн. Бэйн и Бэйновы приспешники нам не по зубам, скорее всего. Эй, Рэтс! Эй, never Rats! Ты, блин! Спрыгни! Ей! А ты в прошлый раз в Дуус мы ходили, да? Нет. Нет, а почему так... Ё-моё, они прям за углом! Почему я их критую на 13? Что это за издевательство? Вон, у меня только гранаты по 200 сносят. Не, у меня по обычному 150. Так, надо починиться. Repair, repair all. О, мне денег не хватает. Прикол. Великое открытие. Мы можем чиниться в палатках. У меня тоже 74 бакса осталось. Я все на колу продать. На тебе! Он про Бэйна говорит что-то. Поздно, я уже их бью. Помогай мне лучше, восстанови энергию. Бомбер? Веном. О, нет! Бо, нет! Он пролил. А! Он пролил что-то жидкое! Лови! Останови! А, еще пролил что-то жидкое! Как насчет подзаправить мне? Не, здесь полегче будет. Да, чем тот. Мы их так выносим, вообще ничего не делали. Да, да. Если бы они были на такой же уровне. Ну, наверное, они поэтому и первого уровня такие легкие. Да кто бьет, ты меня не пойму. А ты наверх посмотри. Сейчас я этих бомберменов скину отсюда. На, двоих. Хорош мучить, бить бомберменов. А где он? Ой. Да убей ты уже его наконец. Пошли. Пойдем. Его уже наконец. Может, здесь были уже? Да, но здесь такого не творилось, это точно. Когда Бэйна били, мы, наверное, тут и были в прошлый раз. Чё, сейчас просто более сложное, но то же самое, что ли? Если так, то смысл мне тогда записывать. Ай! Кто-то мне на 600 урон ударил. Помоги мне! Помоги, помоги, энергия, энергия, энергию! Пауэр, пауэр! Я всех вон призраков превратил, что тебе не нравится? Я уже убегал. Да там кого-то превратил. Сейчас я убью вот этого, Мюсли. Мюсли? Мюсли, ты волнуешь Мюсли? Че, не Мюсли, что ли? Они идут на смерть. На! Ай! Кто это был? Don't hurt me! Don't hurt me! Don't hurt me! Бам! Don't hurt me! Don't hurt me! Блин, это больше бесит, чем эти. Стинкс!
Ну убей их, убей, 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 убей. Ой, убей, меня сейчас убьют, меня сейчас убьют. Ну где же ты? Все, мы все грохнули, что ли? Стой, подожди, не активируй. Кого не активируй? Да, всех. Я не сумасшедший. Возьми ящичек в руки, чтобы ударить кого-нибудь. Не, я лучше бочку возьму радиоактивную. Эй, ящичек. Все, давай, поехали. Ага. Диего. Ого. Злость. Allow me to repay the favor. Ой, не нравится мне это. Посмотри назад на карту. Да, все, нас типа окружили, ну ладно. На, кидай мне его всем, что есть. Почему не работает моя первая способность? Что-то опять залагал у меня со способностями, ну и пофиг. Что-то он какой-то слабенький, слушай. Бабах. Ну и что нам там дали? Не, мне как раз таки. А? Мне как раз таки. Ну тогда бери. Она у меня увеличивает это, регенерацию маны. Всё, поехали наверх. А, подожди, я её же взять, наверное, не могу. Почему? Она для хилера, а я это, не хилер. Тут это, как ты сверху меня оказался? Без понятия. Залез. Нам же вниз надо идти. Залез вверх и все. Ты уверен, что нам вниз? Нет, тут просто так дырка большая. Ха-ха. Блин, у меня способность перестала работать, как тогда. Давно еще. Надо перезайти потом. А я стреляю не туда, куда я целюсь. Зачет. Они идут к нам. Нас кто-то... Нас обходят, нас убивают. Ты куда в самую гущу нырнул? Останови не энергию. А, у тебя и самого нет. Так, мы выгнули. Все, всех нагнули, а нет. Фу. Жестко. Надо восстановиться. Да нормально, идем дальше в бой. Банзай! Да, это та же самая, прям абсолютно та же. Жесть. Ну, а с чего это? Она должна другой быть. Я не знаю, хоть почему на опыт. Тебя кто там бьет, а там же никого не было. Мюсли бьет. Значит, кого-то пустил. Ну, у него имя такое, Мюсли, чё? Я знаю. Ай, меня сзади кто-то атакует. Откуда они взялись? Не стреляй по призракам, они все равно ничего не делают. Ой. Так, хорошо, идем дальше. Все, я открываю. Еще один спуск. Угу. Ну что, забыл уже, что ли? А то. Не, короткая память. На! Бочечкой. И гранаткой закуси. Перестала работать, ну, вообще ты потом на видео глянешь, как она мне тупит. Ой, призраки. Шарик. Так, хорошо. Где-то мы вверху кого-то оставили. А, вон они, смотри. Они не вверху, они на этих
на трубах. Ну а трубы это не верх? Ну да. Но мы там не были в любом случае. Потом... Я его свалил. Ни шагу назад! Иди. Вау! Это что-то новенькое. Они избивают бедного... Нет. Это он сейчас нас будет избивать. А, нет, не будет. Ну окей. Киллер Крок. Бьем его. Эй, не подходи ко мне, слушай, ты. Ай. Ай, 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 не трогай меня. Да не за что. Ярость. Главное, что ворота вон сверху открытые остались. Да. А видно, они это, дублируют. Ящичек. Берем. Пошли. Смотри, какой я ящичек взял, а какой ты. Нечестно. Так, хорошо. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Озвучка. Бам. Бутыш. Бам. Лови гранату. Все, отлично, слился. Идем дальше. Еще тут где-то. Стой, они бьют нас. Они убьют нас? Нет, они бьют нас. Он убьет нас? Нет. Я шариком его забил. Бааа, злость. Да блин, что меня тут откует? А? Ай! Больно. Ай, больно. Уходим отсюда. Подожди, не иди. Да я восстановлюсь, да куда нормально попер? Все, заходи. Ну, тут самый зал. Опять он, опять ему морду надирает. Мы здесь уже третий раз терпится. Господи, какой он тупой. Атака призраков. Ай, они как-то восстановились. Есть. Давай поговорим с Найтвингом. Бейн! You've got company! Come on out and say night-night! See? Ой, я опять это чудил. Told you the minute Nightwing heard about Бейн, he'd come running. Still after the man who brought Batman's back, eh, Nightwing? Don't be disappointed. Нет, такого точно не было. Он Ридлера пытался убить. Забыл уже, что ли? Мы, по идее, должны были поговорить и бежать дальше, а эти в этом не спрыгнули. Да, такого прошлый раз не было. Зачем ты превратил этого красавчика? Строк вообще клёвый. Я даже не знаю, кто, честно, копит. Дед Строк или... этот... Дэдпул. Ну, что абсолютно одинаковые персонажи. Ну, повадка, конечно. Интересно, кто у кого заимствовал идею, надо посмотреть потом. Знаешь же Дэдпула? Не! Yeah. Зря, клевый персонаж. Постоянные черные шутки. Крокодил ушел. Бам, Дэдстрок сейчас тоже уйдет. Ай-яй-яй, или я уйду. Арестую его. Они сами себя арестуют. Дубинка? The big shot assassin. Hey, so bat. Strategy is lost on you, Croc. The next fight will be mine. Can you even count the mistakes you made in that fight? I doubt you have enough fingers and toes. Он так это сказал, пафосно. Мы за ним идем.
Да. Я иду вперед тебя, я тебя закрою сейчас. Заходи. Заходи. Мы уже его сегодня второй раз бьем, да? Ну, по крайней мере, я уже второй раз бью. Ему не надоело, что он от меня отгребает. Давай, кидайся в него бочкой. Да их тут дофига. А, он все взорвал. Ну, я покидаюсь пока. Куда-то мимо ушло. Они у тебя не... Чё, всё, у тебя тоже кончились? Ай, больно. Становление энергии. Вау, куда он далеко ушел? Он сейчас по этим бить начнет. О, начал. Кто это, блин? А чё это делает? На нас выбежали какие-то мелкие твари. Помоги мне их убить. Ай, камни падают. Ай, большой Бэйн возродился. А, пафос, пафос. Под зад ему гранаткой. Ты видел? Нет. Я его в мячик упаковал. Бам. Навались на него. Опять начинается... О, нет, он опять взял эту гигантскую палку! Нет! Ай, больно! Он по всей этой комнате дубасит. Сумасшедший! Меня сейчас... Я включаю щиты! Рубай! Саня, они сейчас по-другому были. Да. Они на вид совершенно необъемные. Раньше были объемные. Ну, может, это мешало. Собаку. Он что пытается сделать сейчас? Не подходи ко мне, Бэйн. Я смертельно вооружен. Есть. Это что тебе дали такое? А, эту-то. Героизм. Триумф. Ух ты, неплохой этот. А тебе триумф не дали, разве? Ну... Это контроллер, ой, это мне. Ой, я нит нажал, извини. Ты не можешь ее одеть, блин. Я мог. Да, ты мог, но ты ДД. И тебе отдали. Тебе не, повезло. Мне. Слава Везунчик. Богу. Ладно, говорим с этим, и я заканчиваю запись, а то и так долго идет. Good job, hero. I'll take care of Bane. Thanks for the assist. Все.